Дело было около 4 вечера. По имеющейся информации, 33-летний дядя, будучи к этому времени, по всей видимости, сильно под газом, пошел в гастроном, рассчитывая взять еще чего-нибудь для повышения градуса. Вместе с деньгами он захватил с собой и зарегистрированный травматический пистолет «Гроза 021». Я пришел в магазин выпить вина. Потом у нас не случилось соответствие с ребятами, которые там пили. Один из них вытащил пистолет. Начал за мной гоняться. Ну, соответственно, у меня оказался свой пистолет. Травматический. Ага. Я начал открывать огонь по нему. Ну, ребята этого не поняли и накинулись на меня все вместе. Силы были неравны. Да, силы были неравны. Стрелок, пребывая уже в полицейском отделе, пояснил свои действия так: пацанчики не понравились. В итоге один человек ранен, один в полиции, а весь честный люд пребывает в смятении. А вдруг в следующий раз кто-то из нас не понравится какому-нибудь поддавшему обладателю травматики? Какая-то бредовая ситуация складывается с этой самой уличной стрельбой. Палят на улицах, на парковках, после пустяшной ссоры, а теперь вот и просто так, по пьяни. О, времена, о, нравы.